Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Ирида. Ирида – богиня радуги и вестница богов у греков. Возможно, радуга, символически соединяя небо и землю, казалось грекам путем, по которому повеление богов доходит к людям. У Гомера Ирида служит Зевсу, однако чаще она выступает в роли служительницы Геры, Юноны. Не существует какого-либо особого мифа об Ириде. Главная роль Ириды – быть вестницей богов, поручения которых она разносит с быстротой ветра по земле, в морские глубины и даже в преисподнюю. Зевс посылает ее с кубком набрать воды из Стикса. Изображается Ирида чаще всего летящей, с распростертыми большими крыльями, с чашей в руке. Две статуи Ириды находятся в Британском музее. Вот так вкратце о Ириде. Ирида – богиня радуги и вестница богов у греков. Пока-пока, до свидания.